Сегодня Губкинскому общественному объединению «Неравнодушное солнце» исполнился год. Идейным вдохновителем организации является директор городского центра занятости населения Галина Чевелева. Одна из основных целей объединения – привлечь внимание к проблемам людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. За время своей деятельности организация помогла десяткам людей. В рамках данного объединения мы провели очень много мероприятий, в частности более 50 мероприятий различного характера, в которых принимали участие и все неравнодушные, и молодежь, и несовершеннолетние, и взрослое население. Мероприятия были различного формата. Это и флешмобы, и арт-мобы, и всевозможные конкурсы, мастер-классы, и другие мероприятия. И это только начало, уверены общественники. Впереди у них немало проектов, в том числе и совместных с городскими организациями и предприятиями.